Ребята, всем привет! Как вы знаете, нам с утра наконец-то добавили обещанный ивент с так называемыми морскими сокровищами, где вы можете обменять себе вот такой, допустим, скин на Вектор, который является именно постоянным, не временным, самое важное, да? Вот такой вот костюм, он, к сожалению, временный, на 10 дней. Такой костюм тоже прикольный, тоже, к сожалению, на 10 дней. И все это можно получить в обмен на компасы. Ну и само собой, вы меня просто завалили вопросами и в комментариях, и в директ в Инстаграме. Где найти этот компас, откуда его взять? Спасибо подписчику, он скинул видос, как он забирал этот компас. Но я уже смекнул, что и как. Ну и, конечно, результат, как вы видите, я уже за 20 минут набрал вот столько компасов. Ну и в чем секрет? Где можно найти этот компас? Все достаточно просто. Если вы помните, нам недавно добавляли вот такие вот клады, которые можно было откопать и получить оттуда, допустим, рюкзак или шлем. Ну, в зависимости, по-разному было, гранаты выпадали. Сейчас оттуда выпадают, как вы понимаете, само собой, и компас. То есть и рюкзак, и компас, там, или броники, компас. У меня по-разному было. В принципе, ивент похож на тот с Сакурой, но больше на тот с тортом, если вы помните, когда у нас был торт, день рождения PUBG. И он спамнился в разных местах. То же самое у нас с этим кладом. Но иногда вы можете найти этот компас просто так, как у меня произошло. Это когда я проверял один из таких кладов на карте Викенди. Почему я говорю, что больше похоже на ивент с тортами? Потому что он спамнится, этот клад, в разных местах. То есть на Викенди он может быть или на вилле, а может быть и здесь. По-разному это происходит. Поэтому, ребят, быстро заходите, собирайте. Ну а потом в лобби обменивайте на скины. Самое важное, если вы будете просто собирать их, то тогда вам нужно обязательно умереть, чтобы вам их засчитали. Напишите в комментариях, сделать мне карту, где вы можете собрать или нет. Ну а сейчас, само собой, поставьте лайк, подпишитесь. С вами был Dream, всем топ-1.